Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Сади Гаура Бхактивинода Шри Чайтанья Манобистам Стапитам Йена Бутале Свайам Рупа Кадамаям Дадати Свахадатика Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, Om Vishnu Padu Dandi Swami, Sabhakti Vidhan Narayan Gosai Maharaj. Итак, прежде всего я предлагаю поклоны нашему Гурудеву, Ом Вишну Патри Данди Свами, Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджу. Also our Шикши Гуру, Нитилила Прасши Гору Гвинда Махарадж, Нитили Ом Вишну Пад, Шримад Бхактивиданта Мадхусудан Госвами Махарадж. Также нашим Шикши Гуру, Нитилила Прасши Гору Гвинда Махараджу, Шрила Гору Гвинда Госвами Махараджу, также Шрила Бхактивиданте Мадхусудане Госвами Махараджу. All devotees. Всем преданным. Where's Prem Nikitan? Где это Прем Никитан? Maybe he went for someone else to bring him. So, our Guru Parampara feel very proud to be called Rupanugas. Итак, наша Гуру Парампара чувствует очень большую гордость называться Рупанугами. Who is Rupa Goswami? Кто такой Рупа Госвами? Кто Рупа Госвами? Один из шести преданных Вриндавана. One of the six devotees of Vrindavan. Most dear to Lord Chaitanya. Он больше всего дорог Господу Чайтанье. Lord Chaitanya came to this world to give love of Krishna and the mood of the Brijabasis. Господь Чайтанья пришел в этот мир дать любовь Кришне в настроении в Раджавасе. Like how Nanda Yashoda loves Krishna. Например, как Нанда Ишода любит Кришну. How the gopis love Krishna. Как гопи любят Кришну. How the friends like Shridham and Subal love Krishna. Как друзья такие как Шридам и Субал любят Кришну. Chaitanya Mahaprabhu came to give this. Chaitanya Mahaprabhu пришел дать вот это. Because he is Radha Krishna. Потому что он и есть Радха Кришна. Only he can give this thing. И только он может дать эту вещь. Even other incarnations cannot give this. Даже другие инкарнации не могут этого дать. Even we see Krishna not distributed this anywhere. Потому что мы видим, что Кришна нигде это не раздает. Maybe who came to Vrindavan, they could get. Может быть, те, кто пришли во Вриндаван, они могли получить. But those souls already too much qualified. Те души только, которые очень-очень квалифицированы. So. Анапита чирим шарат курунай аватаро кало самапаятам анат ужваларасам свабхакти шриям хари пурита сундара дюти кадамба сандайп сандипита рад рудая спурита кандаре ваха сри сачинандан. Шри Рупа Госвами has written. Шри Рупа Госвами написал. May that Lord Chaitanya appear in the hearts of everyone. Пусть этот Господь Чайтанья проявится в сердце каждого. He is Krishna. Он Кришна. But he came in a golden complexion. Но он пришел в золотом цвете. He came to distribute which had not been distributed for a long time. Он пришел раздать то, что никто не раздавал очень долго. Because Krishna only comes once in a day of Brahma. Потому что Кришна приходит только один раз в день Брахмы. Means many billions of years. Это значит раз в миллиард лет. Krishna not come very regularly. Кришна не слишком-то часто приходит. So Lord Chaitanya came to distribute that. И Господь Чайтанья пришел раздать вот это. No. So Lord Chaitanya tasted love of Krishna. Господь Чайтанья, он вкушает эту любовь Кришны. But how we can attain that? Но как мы можем достичь этого? He not wrote anything. Он ничего об этом не написал. Because he's so much absorbed in ecstasy. Потому что он был очень сильно погружен в блаженство, в экстаз. Like someone drowning. Например, если кто-то тонет. They have no time to write how it feels to drown. У них нет времени записать, каково это чувствовать, что ты тонешь. But someone on the bank who's watching, they can describe something. Но те, кто на берегу наблюдают за этим, они могут описать это. So Rupa Goswami described all the teachings of Lord Chaitanya. И Рупа Госвами, он описал все учения Господа Чайтанья. In the time of Lord Chaitanya, no need of any spiritual practice. Во времена Господа Чайтанья не нужно было никакой духовной практики. Whoever saw him, they got love of Krishna. Все, кто его видели, они обретали любовь к Кришне.
like in the forest of Jharkhand, Mahaprabhu gave prema to even rhinoceroses, shlongs, pitons, tigers. Например, в лесу Дандакаранья Махапрабху дал прему даже слонам, тиграм, носорогам и так далее. Джараканда, а я что сказала? Что? Дандакаранья, Джараканда, сори. Means even trees, insects. Это значит, что даже деревья, даже насекомые. They never went to Mangalarati. Они никогда не ходили на Мангаларати. They never did Gayatri. Они никогда не повторяли Гайтри. No seva to Guru Vaishnavas. Никакой севы Гуру и Вайшнавам. No study of the scriptures. Не изучали Писания. No. Ничего не делали. Lord Chaitanya gave them. И Господь Чайтанья просто дал им. But we are not so fortunate we could be there in that time. Но мы не настолько удачливы, чтобы быть в то время там. Maybe we were an insect. Может, мы были насекомыми. In Vladivostok. Во Владивостоке. Or Australia. Или в Австралии. So we could not see Lord Chaitanya at that time. Мы не смогли видеть Господа Чайтанью в то время. But that same love we can get now, but we have to follow process. И ту же самую любовь мы можем обрести сейчас, но мы должны следовать определенному процессу. Right? Don't try. Да, Гопасундари. Don't try, you cannot achieve anything. Если вы не попытаетесь, то вы ничего не сможете достичь. So how we should try? И как же мы должны попытаться? We're trying for many things. No? Мы пытаемся многие вещи делать. How to get money, how to have children. Как завести детей, как заработать деньги. How to make home. Как построить дом. How to eat nicely. Как очень хорошо поесть. Why not trying a little bit for love of Krishna? А почему немножко не попытаться ради любви к Кришне? So, Chaitanya Mahaprabhu not described these things. Чайтанья Махапрабху не описывает эти вещи. Rupa Goswami described everything. Но Рупа Госвами описал все. So Narottam Thakur has said. И Наратам Такур сказал. No. Rupa Raghunath Padaya Khwebe Akuti Kabe Khame Puja Bhosi Yugala Puriti. In its translation, Bhaktivedanta Swami Maharaj writes, when I will be very eager to read the books of the six Goswamis. В своем переводе Бхактивинода Свами Махарадж написал, когда же я буду стремиться читать книги Госвами? Then I can understand the love of Radha and Krishna. И тогда я смогу понять любовь Рады и Кришны. Okay, so Rupa Goswami taught us everything, how to follow the teachings of Lord Chaitanya. Rupa Goswami нас учит всему. Он учит нас, как следовать учению Господа Чайтанья. Okay, Дарина, understand? Хорошо, Дарина, понимаешь? Anuga means to follow. Anuga значит следовать. So we are Rupanugas. И мы Рупануги. Followers of Rupa Goswami. Последователи Рупы Госвами. Okay, Yashoda, who are you? Хорошо, Yashoda, кто вы? Последователь. Follower. Of? Кого? Рупа Госвами. Right, next time someone asks, what's your name? Who are you? What do you do? Don't say. You must say, I am follower of Rupa Goswami. В следующий раз, когда кто-то вас спросит, кто вы, что вы делаете, вы не должны ответить, как обычно, вы должны сказать, я последователь Рупа Госвами. Сунеча садумуке боли сарваган, сарваджан сирупера пара падма. No, what is it? Сунеча садумуке боли сарваджан, сирупера пара падма. No. Everyone is Mila Yugala Charan. Thank you. Everyone is saying, by the mercy of Rupa Goswami, you can attain Radha Krishna. Все говорят, что по милости Рупа Госвами мы можем достичь Рады и Кришны. So he gave his instructions, especially in Upadeshamrita. Он описал свои наставления особенно в Упадешамрите. No, very easy. Очень просто. 11 verses. 11 стихов. Well, 13 verses. 13 стихов. No, 11. I think 11 verses. Нет, все правильно. 11 стихов. And other devotees, other acharyas following him have more expanded his teaching. И другие ачарьи, следуя ему, они как бы расширили свои вот учения. Like Raghunath Goswami in Manashiksha. Например, Рагунат Госвами в Манашикше. So everyone is not on the same level. Все не находятся на одном уровне. So Rupa Goswami has said, Karmi bhyo parato hari vyatum yayo gyaninas tebhyo gyan vimukta bhakta parama premoika nishtastata tasya tada pasu parapanka dadrishas tabhyo pisaradha presta tadvadiyam tadya sarasi tamna asrayat kakati.
In this conversation, we ignore the sinful persons. In this conversation, we ignore греховными людьми. What is dharma is given in the Vedas? Какая дарма, да, приводится в Ведах? Any activity outside or against that instruction is called adharma, irreligion. И какие-то действия, которые, ну, как бы находятся за пределами этих наставлений, они называются адарма. Irreligion. Безбожие. Like shawarma. Например, шаурма. What's the sausage again? Колбаса. Колбаса. Куриц. Пиво. Пиво. All these useless activities are dharma, sinful activities. И все эти бесполезные действия, вот эти все греховные действия, это все называется адхарма. What happens if you eat these things? Что будет с вами, если будете есть это? Everything will be bad. Иди в ад. Да, отправимся в ад. You go to hell. А вы отправитесь в ад. Suffer so much. Будете очень сильно страдать. Then you will put in the lower species of life. И тогда вы пойдете в низкую форму рождения. Plants. Например, растения. Рыба. Или рыба. Aquatic. Или какие-то морские животные. Insect. Насекомые. Four-legged animal. Какие-то четырехногие животные. Birds. Птицы. Again, get human form. И потом уже снова обретете человеческий облик. Again the same thing doing. Снова опять будете делать то же самое. Again and и снова обратно. So, fortunate person develop faith in the Vedic teachings. Удачливые люди, они развивают веру в ведические учения. Of course, this world most people have material desires. Конечно, в этом мире большинство людей обладают материальными желаниями. What does Alona want? Что Алена хочет? Good husband. Хорошего мужа. Right. Some money, денег, some fame, какую-то немножко славу, хороших детей. People want these things. Люди хотят этих вещей. So the Vedas also give these instructions. Веды, они тоже дают наставления, такие наставления. If you want to enjoy some happiness in this world, do this. Если хотите наслаждаться, испытывать какое-то счастье, наслаждаться счастьем этого мира, то делайте вот эти вещи. Right. Why we're not born as the son of I don't know. Who's a famous person? Филипп Киркоров? I don't know. Okay, there you go. Any, I don't know. Any rich person. Why are we not born as the son of Bill Gates? Почему мы не родились как сыном Билл Гейтса, например? Tom Cruise. Тома Круза. Why not? Почему нет? So by the following these Vedic teachings, you can enjoy this life. Also, next life can enjoy. Потом, исследуя этим писанием, вы в этой жизни сможете наслаждаться и в следующей тоже. But of course, the level of enjoyment in material world is on the Earth planet is very low. Ну, конечно, вот этот уровень материального наслаждения на планете Земля — это очень низкий уровень. This is Earth. Это Земля. So the enjoyment here is very gross. И наслаждение здесь очень грубое. Chewing something, пожевать что-то, passing stool, испражниться. Some man or woman. Мужчина и женщина. But what is the husband? Ну что муж? He's also a bag of stool. Он тоже мешок с испражнениями. How much happiness can that give? Сколько это может принести счастья? So this world have enjoyment, but very low class. В этом мире есть наслаждение, но оно очень низкоклассовое, низкосортное. But the heavenly planets give so much more enjoyment. Но на райских планетах можно обрести намного больше наслаждения. No? If you think about it, you can enjoy more by mind than you can by body. Если вы подумаете, то вы поймете, что умом наслаждаться можно намного больше, чем телом. In this world, I can eat one pizza, two pizzas. В этом мире я одну-две пиццы могу съесть. But by mind, you can enjoy so much. Но умом можно так много наслаждаться. Maybe this world, your wife is very ugly. No? Может быть, в этом мире ваша жена очень уродлива. But in mind, you can enjoy by mind anyone, anything. Но в уме можно чем и кем угодно наслаждаться. Simhagriv, who's a famous Russian movie star? Simhagriv, кто самый известный телезвезда в России? Какая-то девушка. In mind you can enjoy with her. То есть в уме можно с ней наслаждаться. So mind is more enjoyment even than body. То есть наслаждение ума, они превышают наслаждение тела. Sit, sit. Присаживайтесь.
So enjoyment on the heavenly planets is subtle. И наслаждение на райских планетах, они тонкие. Therefore you can enjoy so much. Вы там сможете наслаждаться, и там вы сможете наслаждаться намного больше. No, there's no old age. Там нет старости. No childhood. Там нет детства. There's no troublesome pregnancies, all these things. Там нет каких-то проблемных беременностей. Like this world you enjoy, then wife. Это, например, в этой жизни, здесь, в этом мире вы наслаждаетесь, потом жена 9 месяцев беременна, ребенок рождается, это очень больно. Потом ребенок кричит, его надо мыть. Все эти вещи, их нет на райских планетах. Там тела девушек благоухают, как лотосы. И мужские тела тоже. Bodily odor. Там нет каких-то телесных изменений, там нет старости. There is no rules also. Там нет правил также никаких. Like this world, one wife is there. If you do something else, you go to jail. Например, здесь только там может быть одна жена, или если что-то сделать, то можно пойти в тюрьму. So in heaven, these rules are not there. А в раю таких правил нет. Unlimited enjoyment. Бесконечное количество наслаждения. For most religions. Поэтому большинство религий, они продвигают вот такого плана наслаждения. Like in Islam. Islam. Например, ислам. In this world you only get one wife or two wives or maximum four. Там всем в этой жизни можно только одну, две жены, но максимум четыре. But in Islam, when you go to paradise, you can have how many? Is it 60, 70? I don't know. Но в исламе, когда если ты отправляешься в исламский рай, то там можно 60-70 жен иметь. There the women are so beautiful. И там очень красивые женщины. They make the women in this world look like orangutans. Это заставляет выглядеть по сравнению с теми женщинами, женщины этого мира похожи на орангутанков. So most religions they point to that. И большинство религий, они нацелены вот на это, на сваргу. But you cannot eat shawarma and go there. Но вы не можете есть шаурму и отправиться туда. If you follow the Vedic rules very carefully, then you can go. Если очень внимательно следовать ведическим правилам, то тогда можно туда отправиться. They are called karmis. А их зовут карми. Sometimes we call just hard workers karmis. Иногда мы просто очень таких работяг называем карми. Нет. Karmi means we follow all rules and regulations. Карми — это те, кто следует всем правилам и предписаниям. They also die. Они тоже умирают. Everyone in this world dies. Все в этом мире умирают. But Yamaraj comes in a supremely attractive form. Но к ним Ямарадж приходит божественно прекрасным. Welcome, welcome, pious soul. Добро пожаловать, благочестивая душа. Heavenly planets are waiting for you. Райские планеты ждут тебя. Therefore, the maximum enjoyment is enjoyed by Indra. И поэтому больше всех наслаждается Индра. Indra means king of the devas. Индра — это царь полубогов. So only person have too much desire. I will go there. У обычных людей у них очень много желания. Я пойду туда. By karma, this world I will enjoy, and next world I will enjoy. Карма, из-за кармы я буду наслаждаться в этом мире, и в том мире я тоже буду наслаждаться. But problem is that it's temporary. Но проблема в том, что все это временно. Ordinary person don't care, no? Обычные люди, они не переживают. Like a mouse. Как мышь. It sees the cheese, no? Она видит сыр in the trap. В мышеловке. But he's so foolish in not thinking if I eat the cheese, what happened? Но она такая глупая, она не думает, если я поем сыру, что случится? So most people just look what is enjoyed now, what I can get now. И большинство людей они просто смотрят, вот сейчас, что я могу получить сейчас, чем я сейчас могу насладиться? So heaven, even that is temporary. И в этом смысле рай, он тоже временен. No, they live ten, hundreds of thousands of years. Они живут 10 тысяч лет, да, очень долго, 10 миллионов лет. Но у них тоже есть страх. All the demigods have garlands. У всех полубогов есть гирлянды. Nice garlands. Очень хорошие which гирлянды. Never fade. Которые никогда не вянут. This is nice garland, but after 3-4 days. Это хорошая гирлянда, но через 3-4 дня.
So in heavenly planets, the demigods have beautiful garlands. А и на райских планетах у полубогов у них есть такие очень красивые гирлянды. So much fragrance. Очень ароматные. So many bees go around them. А постоянно какие-то шмели, пчелы летают вокруг этих гирлянд. This garland never goes bad. И эти гирлянды никогда не сохнут. Yeah. Он сказал goes bad. Можно и так сказать. But the end of their life, that garland begins to fade. Но в конце их жизни гирлянда начинает вять. So demigods always checking. И полубоги поэтому всегда ее проверяют. But they have fear. И но у них есть этот страх. They know time factor is there. Они знают, что есть фактор времени. I cannot stay here permanently. Я не могу остаться здесь навечно. There's one time Indra was dissatisfied in heavenly planets. Однажды Индра был недоволен на райских планетах. So he wanted to construct some new enjoyment place. И он захотел построить какое-то новое место для наслаждения. There the gardens are full of wish-fulfilling trees. Их сады полны деревьями, исполняющими желания. Whatever you want, those trees become that. И что бы вы ни захотели, эти деревья становятся этим. If you want some girl, this tree becomes beautiful girl. Если хотите какую-то девушку, это дерево превращается в красивую девушку. Все, что хотите, оно превратится в это. Indra thought, I need some more enjoyment. И Индра подумал, я хочу больше наслаждения. So he wanted to do some construction in heaven. И он захотел что-то построить новое в раю. So Narad Muni wanted to give mercy to him. И Нарада Муни захотел пролить милость на него. Before you do anything, you should get the blessings of the sadhus. И перед тем, как что-то делать, нужно получить благословение саду. You go and get permission of Lomasha Rishi. Ты иди и получи благословение Ломаша Риши. He's called the hairy Rishi. Его зовут волосатый Риши. So much hair. У него очень много волос. Like Jambavan. Как у медведя. So much hair. Очень много волос. He was sitting under one tree. Он сидел под одним деревом, баньян. Means not even any house. No grass hut, nothing. Это значит, что у него даже никакого дома, никакой хижины не было. So Indra went to see him. И Индра пошел увидеться с ним. Did pronounce. Поклонился ему. Then they began talking. И начал разговаривать с ним. And Lomasha Rishi said, Indra, you know how long I live? И Ломарши Риши сказал, Индра, знаешь, сколько я живу? Because Indra surprised, he knows so many things. How possible? Потому что Индра был удивлен, он знает так много вещей. How long Brahma lives? Right? Сколько Брахма живет? In one day of Brahma, Indra, 14 Indras come and go. За один день Брахмы 14 Индр приходят и уходят. So, one day of Indra is 1,000 Chaturyugas. Один день Индры это 1000 Чатурюг. One day of Brahma. Один день Брахмы это 1000 Чатурюг. Right? Now it's Kali-Yuga, 432,000 years. Сейчас Кали-Юга 432 тысячи. А Калиюга только началась. И уже посмотрите, что происходит. Двапара-юга is double that. А в Двапара-юге в два раза больше время. Двапара-юга live like Двапара-юга is 864,000 years. Она длится 864 тысячи. Двапара-юга. Does he want something to drink? Что-то попить хочется? Then you wake up. Yes, last night sleeping, today sleeping. Вчера спали, сегодня спите. Дарина, you beat him sometimes. Дарина, немножко бей его иногда, ладно, чтобы не спал. Softly. Мягонько, не сильно. So Двапара-юга so long, 864,000. А Двапара-юга очень долго длится, 864 тысячи. Трета-юга double that. Трета-юги в два раза больше еще. 1,700,000 там с чем-то тысяч. And Сат-юга double that. А Сат-юга еще в два раза больше. 3.5 million. 3.5 миллиона лет. So four together. Satya, Treta, Dwapara, Kali. И все вот эти четыре вместе юги. 4 million. Все вместе это 4 миллиона примерно лет. 320. 4,320,000 лет. Одна чатур-юга длится. Brahma lives for 1,000. One day of Brahma is 1,000 чатур-югас. И один день Брахмы это 1000 чатур-юг. 5 billion years. Это 5 миллиардов лет. Один день. And Brahma's one night same. И ночь Брахмы столько же. So one year of Brahma how long?
Представляете, сколько один год Брама длится? Brahma lived 100 years. А Брама живет 100 лет. And he also dies. И потом он тоже умирает. Ломахарша said. И Ломахарша сказал. Every time one Brahma dies, one of my hairs falls out. Он сказал, когда один Брахма умирает, один волос у меня падает один волос. Like Simhagriva, how many hairs? Как у Симхагривы, сколько волос у него на голове? Each time one Brahma dies, one hair falls out. Каждый раз, когда один Брахма умирает, волос падает с меня. And when all the hairs of my body are finished, и когда все волосы закончатся на моем теле, I also die. Я тоже умру. Then Indra fully shocked. Индра был полностью шокирован. How you are living so simply, no? Как ты так просто живешь? No house, no nothing. У тебя нет ни дома, ничего. Then Lomasha said, because life is very short. И тогда он ответил, потому что жизнь очень коротка. Temporary. Она временна. Why waste time for useless activities? Зачем растрачивать эту жизнь понапрасну? So karmi beo parato hari. But still, these persons very dear to Krishna. И все равно эта личность, она очень дорога Кришне. They do not lie. Тот, кто не врет. They do not cheat. Тот, кто не обманывает. No, always doing welfare work for others. Который всегда делает благо для других. Many, many famous karmis. Очень много известных карми есть. How much they sacrifice. Сколько они жертвуют. How much they give charity. Сколько они раздают пожертвований. When Yudhishthira was doing one yagya, когда Юдхиштхира делал одну ягью, проводил, all of a sudden one golden chachunda came. Мангуста. Неожиданно один золотой мангуст пришел. Half his body was gold. И половина его тела была золотым. Everyone was amazed. Все были поражены. Please tell your history, mongoose. Пожалуйста, мангуст, расскажи свою историю. Then mongoose said, there was one personality, one Brahman. И Мангус сказал, была одна личность, Браман. He had fasted, this story also in the Bhagavatam. Эта история тоже есть в Шримад-Бхагаватам. He had fasted for like 2-3 months, 6 months. Он постился что-то 6 месяцев. Because heavy drought was there. Потому что очень сильная была засуха. So he fasted. И он постился long time. Очень долго. Then someone donated some flour. И кто-то пожертвовал ему муку. He gave to wife, children. Он дал детям, жене, guests. Гостям. There was a little bit left. И немножко осталось. He was going to eat that. И он собирался это съесть. Then one guest came. И пришел еще один гость. Oh, I'm very hungry. А я очень голоден. So he donated like that. И он отдал это. And he had nothing left. И у него ничего не осталось. This happened 3-4 times. И 3-4 раза так происходило. Each time he donated all his food stuff. И каждый раз он всю свою еду жертвовал. Then finally he had a little bit left. В итоге у него что-то немножко осталось. And so many months he had not eaten or drank. Уже очень много месяцев он не пил и не ел. No. So one chandal came. Пришел один чандал. Very low class. Это очень-очень низкий класс. Raw dog. Это то, чандал, это тот, кто ест мясо собаки сырым. Like the это вот чукчи, вот такие якутия, наверное, но вот такие народы. И вот у него были собаки. О, Браман, I'm very hungry, please. О, Браман, я очень голоден, пожалуйста. So the last of his food he gave. И последнюю свою еду он отдал. All he had left was a glass of water. И все, что у него осталось, это стакан воды. He was about to drink. Он уже хотел попить. And said, Maharaj, my dogs are very thirsty. И тогда он сказал, Махарадж, мои собаки хотят пить. They have not drunk anything long time. Они очень долго ничего не пили. Рантидев. Рантидев. So Ранти gave his last water to the dog. И Рантидев отдал свою последнюю воду собаке. Then he sang, Let me take the suffering of all. И тогда он сказал, позвольте мне забрать страдания всех. That is my happiness. Это мое счастье. So Rantidev went to heaven. И Рантидев отправился в рай. How much charitable person. Это вот насколько много жертвовал он. So after Rantidev left, this mongoose came and rolled on the ground where that flower was. И когда Рантидев ушел, этот мангуст прибежал и начал кататься вот в этой муке на полу.
So half his body became gold. И половина его тела стала золотым. But there was not enough flour for him to fully roll. Там не было достаточно муки, чтобы он полностью извалялся. So since that time, mongoose would go to every sacrifice and look. И с тех пор Мангус приходил на каждое жертвоприношение и смотрел. How I can make my body fully gold? Как мне сделать тело полностью золотым? So Yudhishthira had so much pride. I'm doing so big sacrifice. Yudhishthira, у него была сильная гордость, что я такое делаю на жертвоприношение. But Mongus not even look at his sacrifice. Но Мангус даже не посмотрел на его жертвоприношение. So hot again. Очень жарко. Can I open that door? Можете еще раз дверь ту открыть? So, this is karma. Это карма. It's not small thing. Это не какая-то маленькая вещь. Who do perfect sannyas, perfect grihastha. Те, кто в совершенстве следует саньясе, в совершенстве следует грихастхашрам. Те, кто совершенные брахмачари. They can go to heavenly planets. Они могут отправиться на райские планеты. But that is also temporary. Но это тоже временно. There is also fear. Там тоже есть страх. No, many times you read, sometimes demons steal or capture also heavenly planets. Мы тоже часто читали, что демоны могли там захватить райские планеты. Sometimes Indra does some scarblenia. Иногда Индра совершает какое-то оскорбление. Many times we read. Очень много мы об этом читали. It's too much lust, too much enjoyment, become mad. Потому что когда очень много вожделения, наслаждения, становишься безумным. So superior to them are the gyanis. Выше карми находятся гьяни. Gyani means have no interest in any form of material enjoyment. Gyani – это… One spider. Okay. I put it on him. Like this. На мне ничего. Огромный паук на мне был вот такой. So, Gyani is superior to the karma. Gyani, они превышают карме. Because they have no desire. Потому что у них нет никаких желаний. You know anything, whatever you get in this whole creation, that is also temporary. Они знают, что все, что находится во всем творении, это все временно. So gyani is superior to that. И гьяни, они их превышают. No desire. У них нет никаких желаний. Do not desire, do not hunger for anything. У них нет желания ни к чему и нет голода ни к чему. They taste another type of happiness. Они вкушают другой вид счастья. Non-material happiness. Нематериальное счастье. That is called Brahmananda. Это называется Брахмананда. That give a happiness millions of times more than even the highest form of enjoyment in this world. И эта Брахмананда, она дает счастье, которое превышает миллионы раз вот это материальное наслаждение. Even the persons on the highest planet, they're always thinking how we can attain that Brahmananda, that liberation. Даже люди, находящиеся на высших планетах, они всегда думают, как же мы можем получить вот это счастье, Брахмананду. No. Superior to them. Выше них. Полка. О, вот он. Он слушает лекцию вашу. Superior to them are the Suddha Bhaktas. И гьяни превышают Шуддха Бхакты. Suddha Bhakta means to give up even. Hey, Vladimir. Vladimir. Try and listen. No, no. Попытайтесь слушать, Владимир. We're talking liberation, and you're worried about the spider. Мы говорим об освобождении, а вы беспокоитесь о пауке. One spider, how much disturb? Один паук и сколько беспокойств? So, the Gyani Bhakta is superior. И гьяни превышают бхакты, преданные. Like the folk Maras. Например, такие как гьяни бхакты. Есть гьяни бхакты, например, такие как четыре кумара. Like Prahlad. Такие как Прохлад. No, because they have fixed faith, fixed devotion to the Supreme Lord. Потому что у них есть устойчивая преданность, устойчивая вера в Господа. They give up the idea that God is formless. Они оставили эту идею, что Господь не имеет облика, формы. They become devotees of Bhagavan. И они стали преданные Господа. No? But that is higher taste. И это, потому что это высший вкус. Many, many people we heard who, after achieving liberation, gave up liberation to practice devotion to Krishna. Мы слышали о многих преданных, что после того, как кто-то достигал освобождения, они начинали практиковать преданность Кришне. After hearing of Krishna's name, form, qualities and pastimes,
They gave up liberation and became devotees. После того, как они услышали о имени, качествах, лилах Господа его форме, они бросали это освобождение и начинали практиковать преданность. Like Prahlad Maharaj. Такие, как Прохлад Махарадж. So glorious. Он очень прославлен. Even Bhagavan tested him. Даже Господь испытывал его. Prahlad, please accept from me a benediction. Прохлад, пожалуйста, прими от меня благословение. And Prahlad became sad. И Прохлад расстроился. Oh, you must think, no, I'm not a business person. О, ты должен понимать, что я не бизнесмен. Businessman, I'm not serving you for some benediction. Я не служу тебе ради какого-то благословения. I'm serving you for your satisfaction. Я служу тебе ради твоего удовлетворения. So you would think that you think I have some desire, therefore you're asking. Ты думаешь, у меня есть какие-то желания, поэтому ты спрашиваешь. Therefore bless me, if I have one desire, then bless me. If you want to give me a benediction, give me the benediction, I will have no desire. И поэтому, если ты хочешь дать мне какое-то благословение, пожалуйста, благослови меня, чтобы у меня не было никаких желаний. Then Нарсимхадев said, Prahlad, I know you have no desire. И тогда Нарсимхадев сказал, Прохлад, я знаю, что у тебя нет желаний. I want you to have something. Я хочу, чтобы у тебя что-то было. That is for my happiness. Это для моего счастья. What you want. Что ты хочешь? Then Prahlad said, my father caused many offenses to you. И он сказал, а Прохлад ответил, мой отец, он очень много совершил оскорблений тебе. So please deliver him. Пожалуйста, освободи его. Then the Nrisimhadev said, anyone who appears in your dynasty, 21 generations are delivered. И тогда Нарсимхадев сказал, все, кто явились в твоей династии, 21 поколение, они уже освобождены. So no question of your father being liberated. Поэтому нет вопросов об освобождении твоего отца. So please, I'm asking you, take another benediction. Пожалуйста, я прошу тебя, возьми какое-то другое благословение. And Prahlad said, I have nothing to ask. И Прохлад сказал, мне нечего просить. Wherever I am, in any condition, I can remember you and feel unlimited happiness. Где бы я ни был, в любых условиях я могу помнить о тебе, и это приносит мне бесконечное счастье. But what about all those who have forgotten you? Но что насчет тех, кто забыл о тебе? How about them? Как насчет них? So give me a benediction, I will take the sins of everyone. Благослови меня, чтобы я мог взять на себя грехи всех этих людей. I will go to hell. Я пойду в ад. And all these other souls will attain. И все другие души достигнут тебя. Сарасвати Такур said. Сарасвати Такур сказал. Jesus was very magnanimous. Иисус был очень великодушен. He said, "I take the sins of all those who follow me." Он сказал, что я возьму грехи тех, кто следует за мной. But Prahlad is thousands of times more magnanimous. Но Прохлад, он в тысячи раз больше великодушен. Because he said, "I take the sins of everyone, even if they don't follow me." А потому что он сказал, я возьму грехи всех, даже если они не следуют за мной. When Nrisimhadev heard that, Prahlad, Nrisimhadev began to weep. Когда Нрисимхадев это услышал, он начал рыдать. Maybe Nrisimhadev feel a little shame. I cannot be like Prahlad. Может быть, Нрисимхадев немножко испытал даже стыд. О, я не могу быть такой, как Прохлад. Prahlad so merciful. I cannot be like. Прохлад такой милостив, я таким быть не могу. So he said, I cannot do that, Prahlad. Он сказал, не, Прохлад, я так не могу сделать. But anyone who hears these pastimes. Но все те, кто услышит об этих лилах. They will come to me. Они придут ко мне. So even Krishna has some limit, no? Даже у Кришны есть какое-то ограничение. This is called Gyani Bhakta. Это называется Гьяни Бхакта. No? But superior to them are the Premi Bhaktas. Но выше Гьяни Бхакт находятся Преми Бхакты. Gyani Bhakta knows my Prabhu is Bhagavan. Гьяни Бхакты знают, что мой Господин это Бог. Therefore, he has no hunger and no thirst. Поэтому он не испытывает жажду или голод. Did Prahlad Maharaj give Nrisimhadev a glass of water? Прохлад Махарадж предлагал Нрисимхадеву стакан воды. Нет. No. Any гречка? А гречку предлагал? Cheese toasty. Сыр. A glass of apple juice. Стаканчик яблочного сока. Nothing. Ничего он не предлагал. He has no hunger, thirst. У него же нет голода и жажды. He does not need anything. Ему ничего не надо. After fighting for hundreds of years, did Prahlad give him a massage? Oh, Nrisimhadev, you must be very tired. Yeah. После сражения сотню лет Прохлад предложил какой-то массаж Нрисимхадеву. Ой, ты должно быть устал, давай я тебя разомну.
Нет. No service. Никакого служения не было. Because he's God, what service can I do? Что он Бог, что и как я могу ему послужить? So Rupa Goswami says superior to the Gyani Bhakta is the Premi Bhakta. Rupa Goswami сказал, что выше Гьяни Бхакт находится Преми Бхакты. Tebhyo Gyan Vimukta Bhakti Parama Premoika Nishtastata. The Premi Bhakta is superior to the Gyani Bhakta. Преми Бхакт, Преми Бхакты, они находятся на уровне выше, чем Гьяни Бхакта. Premi Bhakta means like Hanuman. Преми Бхакты такие, как Хануман, например. Hanuman cannot live one second without service. А Хануман даже секунду не может прожить без служения. That much you love someone, that much you serve him. Насколько вы кого-то любите, настолько вы служите этой личности. Hanuman cannot live one second without serving him. Хануман даже секунду не может прожить без служения. One time in Ayodhya, all devotees became sad because Hanuman taking all the service. Однажды на Вайодхе люди очень расстраивались, потому что Хануман забрал все их служение. He capturing everything. No? Он захватил все. Water service. Водную сервис, фруктовую service, готовку. Firewood service. Какой-то. Burning service. Омахивать. Everything he captured. Он все захватил, всю сервис. Nothing left. И ничего уже там не осталось. All devotees made a group. Все преданные объединились в группу. Лакшман. Лакшман. Джая Ситарам. Джая. Хануман. Шри Лакшман. All devotees made a group, like Lakshman, Shatrughna Bharat, Sugriv, Sita, and all divided the service. И они разделили все служение. I will do water service. Я буду водную сервис. Я буду фрукты делать. Я буду омахивать. I will do shoe service. Я буду обувную сервис делать. Everything fully divided. Они все разделили все служение. There was nothing left for Hanuman. И ничего не осталось Хануману, никакого служения там. Even he couldn't stay in the palace anymore. Он даже во дворце не мог оставаться больше. Hanuman was thinking, what's that service that nobody took? И Хануман подумал, что за служение, которое никто не взял? In India, it's very. If you yawn, it's then they could believe ghosts go in you. If somebody, и если в Индии они верят, если кто-то зевает, то в этот момент призрак может залететь в рот. So when Indians yawn, you see, they always go, Поэтому они делают вот так, индусы, always когда зевают. Ram, ram, they say, ram. Или рам-рам говорят. So no ghost can go. Чтобы никакой призрак не залетел им в рот. But Hanuman was outside. So Hanuman said, I will do that service. А Хануман сказал, я буду делать это служение. When Ram yawns, that time, когда Рам будет зевать, я буду так щелкать. Я буду так служить. But he was outside, no? Но он не был в дворце, он был за пределами дворца. Even when Ram is yawning, he doesn't know. И он не знал, когда Рам будет зевать. So he began early morning. И с самого утра он начинал вот так щелкать и говорить «Рам-рам». 24 hours. 24 часа. Daytime, nighttime. И днем, и ночью. He don't know when Ram is yawning. Он же не знает, когда Рам зевает. And Ram inside? Ram внутри. He could not eat, he could not drink. Он не мог есть, не мог спать, Рам, ничего не мог делать. Then all the devotees went to Hanuman. Okay. Whatever you were doing before, just keep doing that. И все преданные пошли к Хануману и сказали, ладно, ладно, вот что ты делал, делай, как делаешь. We never hear this about Prahlad or Kumara. Мы никогда такого про Прохлада не слышали, про Бишму или про четырех кумаров. Но мы слышали это про Ханумана. Замужние женщины, они вот так себе кункуму рисуют, вот так в проборе. Это знак, я замужняя женщина. No, but then people know this girl is married. И тогда люди знают, вот она замужем, я не могу с ней разговаривать, например. And Hanuman watching Mother Sita. И Хануман наблюдал за мамой Ситой. She putting on the morning. Она с утра вот так себе ставила. So Hanuman asked, "What is this, mother?" И Хануман спросил, мама, что это такое? Oh, this means long life for my husband. И он сказал, это значит долгая жизнь для моего мужа. This means long life. My husband will always have good fortune. У моего мужа всегда будет удача. This is a sign of like in India chaste lady. No? Это в Индии это знак благочестивой женщины. Then Hanuman thought this is a great idea.
И Хануман подумал, о, это отличная идея. So, Sita went outside, no? Sita вышла оттуда. And Sita just put a little bit, no? Sita немножечко вот так здесь себе делала. So, Hanuman took this whole pot of red, no? А Хануман целый вот горшочек вот этой красной, это красная такая, такой порошок он его взял. One liter of coconut oil. С литром кокосового масла смешал. All body. И все тело свое намазал. You see deities of Hanuman fully red. Вы видели, что божество Ханумана полностью красное. So Hanuman came outside, everyone was shocked. И Хануман вышел, и все были удивлены, что это такое вообще ты сделал. Everyone began laughing. Все начали смеяться. Then Ram asked, "Oh Hanuman, why are you doing like this? What is the meaning?" И Рам спросил Хануман, ты зачем так сделал? Что это вообще значит? And Hanuman said, "Oh." If Mother Sita can give happiness and long life to Ram just by putting this much on, imagine how much happiness and good fortune I can give to Ram by doing whole body. Он сказал, что представьте, если мама Сита просто чуть-чуть нанесла себе на лоб, и это уже благая удача и долгая жизнь для Рама, сколько же я принесу удачи и блага ему, если я намажу все тело. So Hanuman have so much mood of seva. У Хануманы очень много настроения служения. But he also some awe and reverence is there. Но у него есть также настроение благоговения и почтения. So even higher than Hanuman, who is Premi Bhakta, are devotees like Arjuna. И выше на ступень тоже Премия Бхакты, но такие Премия Бхакты, например, как Арджуна. Arjuna is even higher than Hanuman. Арджуна он выше Ханумана. Because he's Krishna's friend. Потому что он друг Кришны. Krishna married his sister to Arjuna, but not married his sister to Hanuman. Кришна женил свою сестру на Арджуне, но не женил свою сестру на Хануманы. So Arjuna have even higher position. У Арджуны выше положение, чем у Хануманы. Krishna and him can eat off the same plate, sleep on the same bed. Кришна может есть с одной тарелки с Арджуной и спать на одной кровати с ним. But even tebhyastha pasupalu pankaja drishtas tabhyo pi sarada. Even higher than the devotees like Arjuna or Uddhav are the Brajagopi, the residents of Vrindavan. Но выше положение занимают выше Арджуны и Уддавы занимают положение в Раджавасе. Pasu Pala Pankaja. That is one name of Krishna. Это одно из имен Кришны. Pasu Pala means who looks after the animals. Пашупала – тот, кто следит за врагами. One name, Raghunath Goswami writes very nice prayer to Krishna. Raghunath Goswami написал очень хорошую молитву Кришне. Абирас пати шута кантам. Beautiful, he says. Абира means gypsy. Абира значит цыгане. Who looks after many cows, goats? Ну, это кочевники тоже, те, кто присматривают за коровами, за козами. Right, Krishna had many cows, buffaloes. Да, у Кришны много коров, коз, у него там буйволы. So Pali means village. Пали значит деревня. Abiras Pali means the village where there's many, many cows and animals. И вот эта деревня, где очень много разных коров, животных. Pati means lord. Пати значит Господь. Who's the Lord of Vrindavan? Кто господин Вриндавана? Нанда Баба. Нанда Махарадж. Нанда Махарадж, king of Vrindavan. Нанда Махарадж, царь Вриндавана. Very sweet way Raghunath Goswami has put. Очень сладостно Рагунат Госвами описывает. Абирас Пали Пати Сута. Who is the son of Нанда Баба? Кто является сыном Нанда Бабы? And Sutta, who is his beloved? И Сута, кто его возлюбленная? Radhika. So instead of just saying Radhika, Raghunath Goswami says, Abiras Palipati Sutta. Like that. И вместо того, чтобы сказать Радика, Раghunath Goswami вот говорит, называет ее вот этими именами. The beloved of the son of the king of the village of the cowherds. Возлюбленная сына царя вот этой деревни, коровьей деревни Вриндавана. Vrindavan is many different type of devotees. Во Вриндаване очень много разных преданных. There are those in Dasiras. Там есть те, которые в Дасирасе, в настроении служения. They are servants in the house of Nandababa. Они служат, они слуги в доме Нандабабы. They've been there many years. Они были там очень много лет. But still they control Krishna.
Но и все равно они, у них есть власть над Кришной. Right? They have to say, "Hey, Krishna, do this, do that." Они говорят: "Эй, Кришна, сделай это, сделай то." And Krishna, "Hey, why should I listen to you? Who are you?" А Кришна им говорит: "Эй, вообще, почему я должен вас слушать? Вы вообще кто такие?" Then they are only servants, not das. Они же просто дасы, слуги. But they say, "Hey, you know who we are?" Ну, они ему говорят: "Эй, ты вообще знаешь, кто мы?" How long you've been in this house? Ты здесь вообще сколько в этом доме уже? Krishna says, 3 years. Кришна говорит: 3 года. We've been here 60 years. А мы здесь уже 60 лет. So you have to listen to us. Ты должен нас слушать. Then Krishna's silent. И тогда Кришна молчит. I mean, they have so much affection. Это значит, у них очень много любви. They take Krishna on their lap. Они берут Кришну к себе на колени. They control him. Они, у них есть власть над ним. They have so much mood of service. У них очень много настроения служения. But the friends are even higher than them. Но друзья, они превышают слуг. No, they think we are same as Krishna. А друзья думают, мы такие же, как Кришна. No, you're a coward boy. I'm also a coward boy. Ты мальчик-пастушок, я тоже мальчик-пастушок. How old are you? Тебе сколько лет? 7. 7. I'm born 1 week after you, before you. А я на неделю раньше тебя родился. Sometimes Krishna and Sridham argue. Иногда Кришна и Шридам спорят. And Shridham's become angry. И Шридам начинает злиться. Who do you think you are? Ты думаешь, ты кто такой? Think you're a big guy? Ты думаешь, ты какой-то там большой Because парень? Your father is Nanda Baba? Потому что твой папа Нанда Баба? But my father is bigger than your father. Но мой отец больше твоего отца. Your father only had 900,000 cows. У твоего отца только 900,000 коров. But my father is Vrishabhanu Maharaj. А мой отец Вришабану Махарадж. Radharani is my sister. А Радарани моя сестра. Who are you? Ты вообще кто такой? My father has 1,100,000. У моего отца 1,100,000 коров. I defeat you in wrestling. Я побеждаю тебя в борьбе. I'm better looking than you. Я лучше, чем ты выгляжу. So this Sakyaras. Это Сакьярас. They wrestle with Krishna. Они борются с Кришной. They share lunch with him. Они делят с ним обед. They can say, "Oh, Krishna, very nice pakora. Eat this one." Они могут сказать: "О, Кришна, такая хорошая пакора тоже, вот съешь ее." They feel we are same as Krishna. Они чувствуют, мы такие же, как Кришна. They have so much love for him. У них очень много любви к нему. But devotees like Nanda Yashoda have even more affection. Но такие преданные, как Нанда Яшода, у них еще больше любви. Cowboys are playing football, wrestling. Мальчики-пастушки играют в футбол, они борются. 1 o'clock, 2 o'clock. 1-2 часа. Hot sun is there. Там жарко днем. But boys are not thinking Krishna must be hungry, Krishna must be thirsty. Но мальчики не думают, Кришна, наверное, голоден, Кришна, наверное, хочет пить. But Mother Yashoda is thinking. Но мама Яшода думает об этом. Then she calls, "Oh, Kanaya, come for lunch. Oh, Balaram, come." И тогда она начинает их звать: "О, Канея, идем обедать. О, Баларам." Give up your playing. Переставайте играть. Sun is very hot. Очень солнце очень ярко палит. You'll be coming black. Вы почернеете. Your lips are dry. Ваши губы сохнут. Your stomach is going in. Ваш живот втянется. Your father is waiting for you. Ваш папа ждет вас. Come, come. Идемте, идемте. Friends are not thinking like this. Друзья об этом не думают. But mother will think. Но мама подумает об этом. There's more qualities in Vatsala than in Sakyara. Поэтому в Ватсале, в родительской любви больше качеств, чем в Сакье, в дружеской. No, so Vatsala is higher than that. И в Ватсале родительская любовь, она превышает. Understand, Yashoda? Понимаете, Яшода? Yes, I'm listening. And also they can chastise Krishna. И также они могут ругать Кришну. A friend trying to chastise friend never work. Но если друг друга ругает, это не работает никогда. But if parent chastises. Но если родители ругают. Then Krishna listens. Тогда Кришна слушает. My Yashoda takes a stick. Яшода берет палку. Eat your spinach. А ну-ка съешь свой шпинат. Then Mother Yashoda shows the stick. Тогда он говорит: нет, а мама Яшода показывает палку. Which vegetable you want? Какой ты хочешь овощ? This one? Вот этот вот? Or that one? Или тот? Krishna crying, but eat his spinach. Кришна плачет, но ест свой шпинат. Vatsali have this power. Vatsali, у него вот эта родительская любовь обладает этой силой. Chastise. Отругать. And to maintain. И поддержать. But
Mother cannot serve in everywhere. Но мама не может служить во всех ситуациях. Even in this world we see. Даже в этом мире мы видели. That's why someone leaves their parents when they get married. Поэтому люди, когда женятся, выходят замуж, они оставляют свою маму. Because married relationship is some special thing. Потому что замужние отношения — это особенная вещь. Therefore, amongst all the Braja Gopis are the topmost. Поэтому среди всех враджа-гопи занимают высшее положение. They can serve Krishna in every way that even those in Sakya, Batsari or Dasaras cannot serve. В гопи они могут служить Кришне всеми способами, в которых Дася, Сакья, Ватсалья служить не могут. Of all the gopis, two are topmost. И среди всех гопи две самые высшие. Chandravali. Chandravali. And Radhika. И Радика. They're cousin sisters. Они двоюродные сестры. But they're most qualified of all. Но они самые квалифицированные среди всех. So this competition is going between them. Между ними постоянно какое-то соревнование. This gives happiness to Krishna. Это приносит счастье Кришне. They're not fighting for material thing like this world. Они не ссорятся ради каких-то материальных вещей этого мира. Who can give the most happiness to Krishna? They're fighting for that. Они спорят, кто больше принесет счастье Кришне. There's no envy like this. У них нету какой-то зависти, как в этом мире. Therefore, these two are the most beautiful girls in all of Gokul. Поэтому эти две девушки самые красивые во всей Гокуле. Chandravali has the feeling Krishna is, I am Krishna's. У Чандравали есть чувство «я принадлежу Кришне». Tadiyabhava, this is called I am Krishna's. Это Тадиябава называется «я Кришнина». But Radhika has the mood Mamatabhava. Но у Радики у нее Мамата-бхава. Krishna is mine. Кришна мой. Which is higher? Что возвышеннее? Krishna. Krishna is my, he said. Krishna is my Mamata-bhava. Да. So much more attachment. Да, в Мамата-бхаве Кришна мой. В этом намного больше привязанности. All world thinks I am God's. А? Normal devotees think I belong to God. I am God's. А. Обычные преданные думают, я принадлежу Бога. But Radhika thinks no, Krishna is mine. Но Радика думает не так. Она думает, Кришна мой. Fully my property. Он полностью моя собственность. His service is my full responsibility. Его служение моя ответственность. Therefore, even Chandravali has some fear of some respect, some awe and reverence. Даже у Чандравали есть немножко страх, какое-то уважение, вот это благоговение. Even when she's dancing with Krishna, very careful not to dance, step on Krishna's toes. Даже когда она танцует с ним, она очень осторожно пытается, чтобы не наступить, не давить ему пальцы. Because always some mood of respect is there. Потому что у нее всегда есть настроение уважения. But Radhika, no, Krishna is fully mine. Но у Радики не так. Кришна полностью мой. No, this is called Mamata. Это называется Мамата. Ананья Мамата Вишну, Ананья Према Сангате Бхакти Учите Бхишма Пралад Нарада Удава. What is bhakti? Что такое бхакти? When this feeling of mamata comes towards Krishna and Krishna, that which is related to Krishna. Когда вот это чувство мамата, собственности, приходит по отношению к Кришне и все, что связано с Кришной. In this world, this attachment, this mamata gives suffering. В этом мире эта мамата, эта привязанность, приносит страдания. We think, oh, this is my daughter, my son. Мы думаем, это моя дочь, мой сын. But when she goes from our hand, then we suffer. Но когда они ускользают из наших рук, мы страдаем. My mobile. Мой телефон. If Prema lost her phone, how much she would suffer. Если Према потеряет свой телефон, как же она будет страдать? But Mamata to Krishna never give this suffering. Но мама-то по отношению к Кришне, она никогда не приносит такие страдания. It's the ocean of happiness. Это приносит океан счастья. So therefore, she have no, Radharani have no fear of losing Krishna. Поэтому у Радарани у нее нет никакого страха потерять Кришну. Like I have no fear of losing my arm because mine. Потому что у меня нет, также у меня нет страха потерять руку, она же моя. Well, hopefully I won't lose no, my arm. Я надеюсь, leg. Я не потеряю руку. It's always with me. I have no fear. Oh, I forgot my arm. Not possible. Она всегда со мной. У меня нет страха. О, я забыл руку где-то. Нет, так это невозможно. So Radharani feel always like that to Krishna. И Радарани вот она всегда так чувствует по отношению к Кришне. Therefore, she can behave with Krishna in the most astonishing manner. Поэтому она может быть с Кришной в самом потрясающем варианте ситуации. She can neglect him. Она может пренебречь им. She can speak badly about him. Она может даже плохо говорить о нем. But she have never have fear Krishna will leave him.
Но у нее никогда нет страха, Кришна оставит меня. So much, it's so much deep affection. Потому что у нее очень глубокая любовь к нему. So therefore, only Radharani can behave like this towards Krishna. И на самом деле только Радхарани может так вести себя с Кришной. Krishna always too much careful. Кришна всегда очень осторожен. How I speak, what I do. Как я говорю, что я делаю. That I not make Radhika angry. Чтобы не разозлить Радику. So this is called man. Это потому что это называется ман, ревнивый гнев. Sometimes Krishna have no fault. Иногда Кришна никак не ошибся. Like Krishna speaking, oh Radhika. Your face is like the moon. И Кришна говорит: "О, Радика, твое лицо подобно луне." In this world, moon is the most beautiful thing. Да, в этом мире луна очень красивая. Everyone look at full moon. Самое красивое. Когда все смотрят на полнолуние, все чувствуют счастье. So Krishna thinks, what is the best thing in this world? The moon is the best thing. Кришна подумал, что самое лучшее в этом мире? Луна. Oh, Radharani, your face is like the moon. О, Радхарани, твое лицо подобно луне. Then Radharani became angry. И Радхарани разозлилась. How dare you speak about my face like that? Как ты смеешь так говорить про мое лицо? Why moon always going down, no? Почему луна же всегда уменьшается? Right? Full moon is a few days ago, right? Полнолуние было несколько дней назад. But you look, every day it gets smaller and smaller. И каждый день оно становится меньше и меньше луна. And the black area gets bigger and bigger. А когда оно там новолуние, оно потом увеличивается. Said, oh, Radhika, your face is like full moon. И Кришна сказал: Радика, твое лицо подобно полной луне. Then she became angry. Oh. When face is like that, every day going down. А, more то есть black. Мое лицо такое, да, каждый день оно чернее, да? Well, so you look on this moon, some spots are there, no? Также посмотрите на луну, там какие-то пятна же. These spots make design. И вот эти вот пятна, они создают какой-то дизайн. In Australia we say man on the moon. А в Австралии мы говорим человек на луне. What do you say in Russia? Man on the moon. This moon, if you look at it, looks like a man, is there? А, ну, как будто выглядит, как будто лицо человека на этой луне нарисовано. In Russia, what they say? Мы так, I don't know. Мы ничего ж так не говорим про луну. Говорим, говорим. Как? Говорим. Ну, у нас какая-то устойчивая фраза есть на эту тему? Нет. We don't have any like fixed phrase. We just have also see some face, but we don't say like. Луналикая, откуда это слово? No, we don't have any fixed. In India they say rabbit on the moon. А в Индии они говорят, как будто кролик на луне. Кролик. We don't say anything in Russia. First time Australia is more poetic than Russia. Первый раз Австралия более поэтична, чем. But in India they say кролик, кролик. В Индии говорят, какой-то кролик на луне. You look, you can see кролик there. И вы посмотрите и увидите кролика там. If you look nicely, you can see кролик. Если хорошо приглядитесь, увидите кролика. But anyhow, moon have some spots. Ну, в любом случае, на луне есть какие-то пятна. So Radharani said, my face is like that, some spot is there. И Радхарани сказал, да, у меня лицо такое, в пятнах, да, какое-то. Every day it's going down. И каждый день оно уменьшается, да. Oh, Chandra means Chandravali. Oh, Chandra значит Chandravali. My face is like her. У меня лицо как у нее. You have nothing else to compare my face to. Тебе не с чем было вообще мое лицо сравнить. Then Radharani very angry. I will not talk to you. И Радхарани злится, говорит, even she not saying that, just not talking. И она вообще просто не перестает с ним разговаривать и все. She neglects Krishna. Полностью пренебрегает Кришной. This is very wonderful, no? Это удивительная вещь. Whole world praying, when Krishna will look at me. Весь мир молится, но когда же Кришна взглянет на меня? When Krishna give his glance to когда me? Же он окинет меня своим взором? But Radhika looking away, and Krishna thinking, when Radhika will glance to me? И оно заранее отворачивается от него, и тогда Кришна думает, ну когда же Радика взглянет на меня? So this mind gives so much attention to Krishna, but so much happiness. Этот ман, вот этот ревнивый гнев, он приносит очень, очень много напряжения, беспокойства Кришне, но одновременно с этим и счастье. In this world, there's no, we cannot compare to anything. В этом мире мы ни с чем это не можем сравнить. Maybe like mother says to child, go away, I don't want to see you. Может быть что-то вроде как мама скажет ребенку, уходи, я не хочу тебя видеть. Maybe we can say something like that. Может быть вот что-то вроде этого. These days you can say husband and wife. Wife do that, then husband go away and not come back. Да, сегодня если okay, так, I find another one. Если жена так сделает, то муж просто уйдет и не вернется больше никогда. Скажет, хорошо, я другую найду. So no example in this world. В этом мире нет примера так такому. And only Radhika can do like this. И только Радхарани может так делать. I don't want to see him. Я не хочу его видеть. I don't want to think of him. Я не хочу думать о нем. So some
in Prabodhananda Saraswati Thakur has written. Prabodhananda Saraswati Thakur написал. One Manjari is joking with Radhika. Одна Манджари шутила с Радикой. Oh Radharani, the black cuckoo is very dear to you. О, Радарани, черная кукушка очень дорога тебе. You so much love the blue lotus. Ты так любишь голубой лотос. You have so much affection for the black tamal tree. У тебя столько любви к черному дереву тамал. When you see the rain cloud, you feel so happy. Когда ты видишь грозовую тучу, ты такая счастливая становишься. How is it? Therefore, we don't understand why you're so much unhappy now when you see the son of Nanda Maharaj. И поэтому мы не можем понять, почему ты сейчас так несчастлива, когда видишь сына Нанда Махараджа. All things black you like very much. Тебе все черные вещи очень нравятся. Except black Krishna, you don't like him. Кроме черного Кришна. You don't like him. Тебе он не нравится. So when Radharani hears this, she smiles. Радхарани, услышав это, улыбнулась. So much attachment. Столько привязанности у нее. So this attachment sometimes take on astonishing forms. И вот эта вот привязанность, она иногда обретает какие-то удивительные формы. Like the airplane propeller. Например, пропеллер на самолете. It's going very fast. Он очень быстро крутится. But it looks like it's going backwards, you know? И выглядит, может казаться, что он едет в другую сторону, двигается. Или вот этот вентилятор. And fast going, then it looks like it's going backwards. Когда вентилятор очень быстро крутится, кажется, что он идет обратным ходом. So Radharani's affection going very strongly to Krishna, but it look opposite way. И вот также любовь Радхарани, она прямо, четко, очень сильно идет в сторону Кришны, но кажется, как будто в другую сторону. So these moods only in Radhika. Эти настроения есть только у Радики. Вы ни у какой другой гопи такого не найдете. Поэтому своей любовью, by her beauty, своей красотой, she is the most attractive. Она самая привлекательная. Rupa Goswami said, Radhe Jaya Jaya Madhava Deity Gokula Taruni Mandala Mayate. A young girl is called Taruni. Рупа Госвами говорит, молодая девушка называется Таруни. Like an ocean of beauty, a little wave that is called Taruni. Как в океане красоты, небольшая такая волна, это Таруни. Gokula Taruni Mandala Mayate. Of all the Tarunis in Vrindavan, Radhika is the most attractive. Через среди всех Таруни Вриндавана Радика самая привлекательная. Most expert in loving affairs. Самая искусная в любовных делах. She's all perfect in all services. Она совершенна во всех видах служения. Therefore, Rupa Goswami says, no? Prestad tadvadiyam tadya sarasi tamnasra kakriti. Therefore, she is the topmost of all devotees. Поэтому Рупа Госвами говорит, что она превышает всех, она самая лучшая среди всех преданных. Understand? Понимаете? Yes, Karmis are great. Карми, они великие. Superior to them are the gyanis. Выше них находятся гьяни. Superior to them are the gyani bhaktas. Выше них находятся гьяни бхакты. Superior to them are the premi bhaktas. Выше них преми бхакты. Superior to them are the браджабасис. Среди выше них в Раджавасе. And the topmost of all the браджабасис is Radhika. И самое лучшее среди всех жителей Враджа это Радика. If one prays to Radharani, one can achieve everything very, very easily. Поэтому тот, кто молится Радхарани, он очень быстро может достичь всего. No, like if I need 100,000 rubles. Например, если мне нужно 100,000 рублей. Should I ask Simhagriva? Мне нужно попросить Симхагриву. 100,000 рублей? Да, пожалуйста. Yes, no problem. I can ask, but will I get? Да, я могу, конечно, попросить, но дадите ли мне эти 100,000? I will think about it. That means he has. А, значит, у вас есть, да? Means I want a million rubles. Ну, допустим, я хочу миллион рублей. Should I ask Mr. Bomb? Мне мистер Бомжа спрашивать? No guarantee. Да нет гарантии, что у него Should есть. Should I ask Prem Niketan if he has a job, a house? Или мне Прем Никетана попросить, у него работа, дом? No guarantee also. Ну, тоже нет гарантии. Should I ask Vladimir Putin? А если попрошу Владимира Путина? Очень просто он может дать. If I ask Elon Musk. Или попрошу кого-нибудь Илон Маска. Easy. Просто для них. But they have so much. Потому что у них очень много есть. Who should I pray to? Who should I take shelter of? Поэтому кому мне молиться, у кого принимать прибежище? If I want love of Krishna, who is the best person to approach? Если я хочу любовь к Кришне, кто является этой личностью, кому нужно подходить за этим? Шримати Радхарани. Радхарани. Радхарани.
So in just one verse Rupa Goswami give how much? Просто одним стихом Рупа Госвами сколько всего дает? Then how do I take shelter of Radharani? И как же мне, может кто-то спросит, как же мне принять прибежище Радхарани? Где она? How can I get her mercy? Как мне получить ее милость? Then Rupa Goswami says, there's one place in Vrindavan. И тогда Рупа Госвами говорит, есть одно место во Вриндаване. That is Radha Kund. Называется Радха Кунда. Two places, Radha Kund and Shyama Kund. Есть два места, Радха Кунда и Шьяма Кунда. These like the two eyes of Govardhan. Они подобны двум глазам Говардана. Shyama Kund was made by Krishna. Шьяма Кунду сделал Кришна. Krishna wanted to touch the gopis. Gopis said, "Not possible. You just killed one bull." Кришна хотел коснуться гопи, но он сказал, невозможно, ты только что убил быка. You are a very sinful person. Ты очень греховная личность. Krishna said, come on, that was no bull, that was demon. Кришна сказал, да ладно, это же был не бык, это был демон. He came disguised as a bull. Он пришел, и он прикрывался, он выглядел как he is no bull, he is a demon. Но на самом деле это был не бык, это был демон. Gopi said, doesn't matter. А гопи сказали, неважно. Still killed him. Ты все равно убил его. What can I do? Что мне сделать теперь? Gopi said, take bath in all the holy rivers of the world. И гопи сказали, омойся во всех святых реках мира. For ordinary person, that's very difficult. Для обычных людей это очень сложно. So Krishna smiled with his foot. Кришна улыбнулся и своей ногой прокопал дырку. Then he called, all holy rivers, come here in my pond. И тогда он призвал все святые реки, идемте сюда, в мое вот это озеро. Very easy for Krishna. Очень просто для Кришны. Он принял там омовение. Now I'm purified. Все, теперь я чистый. I took bath in all the holy rivers. Я омылся во всех святых реках. The gopis thought Krishna's pond is very beautiful. И гопи подумали, вот это озеро Кришны очень красивое. So we will make our own pond. Мы тоже свое сделаем. So gopis began digging with their bracelets. И гопи начали копать своими браслетами. They quickly made a pond. Очень быстро они выкопали. Krishna said, "You can take my water." Озеро. И Кришна сказал, вы можете у меня воду взять. Gopi said, "We don't need your water. We will make get our own water from Manasiganga." И гопи сказали, нам твоя вода не нужна, мы свою воду сами принесем из Манасиганги. Then all the holy rivers began to cry. И тогда все святые реки начали плакать. If we cannot get the service of Radharani, then we have no value. Если мы не сможем получить служение Радхарани, то тогда в нас нет никакой пользы. Anek madra nadu mantra nupuru ravaskalat samaja raja hamsa vamsa nikvanati gaurav. When Radharani walks, that sound is the four Vedas. Когда Радхарани, Uncle Bills, когда Радхарани ступает, звук ее ножных колокольчиков это и есть звук Вед. So she is worshipful for the Vedas. Она поклоняемая, она та, кому поклоняются Веды. She is the topmost confidential tattva. Она самое высшее, сокровенное знание татва. Пара риди сиди дигде саднат накуле паде, када кришна сиямам крипа катакса бхаджанам. All perfection given by the light coming from her toenails. Все совершенство дарует тот свет, который исходит от ногтей на ее стопах. So all holy rivers prayed, "Oh Radharani, if you not accept us, you not give us some service, our life has no value, no meaning." И все святые реки начали молиться: "О Радхарани, если ты не примешь нас, если ты не дашь нам какое-нибудь служение, то наша жизнь бессмысленна." So all holy places came into Radha Kund. И все святые места, все эти реки, они пришли на Радха Кунду. That Radha Kund is non-different from Radhika. Эта Радха Кунда, она не отлична от Радхики. If Radharani is the topmost татва, если Радхарани это высшая преданная, высшая татва, in this world, how we can get her mercy? То как же в этом мире мы можем обрести ее милость? Треста тадвад иям тадья сараси. Сараси means pond, no? Сараси значит озеро. Тадья сараси, her own pond. Ее собственное озеро. What's it called? Как называется? Навинда. Радха Кунда. How I take shelter of Radhika? Как мне принять прибежище у Радхики? By taking shelter of that Radha Kund. Приняв прибежище у этой Радха Кунды. So who is that intelligent person who will not take shelter of Radha Kund? Who is that person of proper intelligence who will not take shelter of Radha? Какой разумный человек не примет прибежище у этой Радха Кунды?
means who takes shelter of Radharani and Radhakund has proper intelligence. Who does not do so have no proper intelligence. Это значит те, кто принимает прибежище у Рады и у Радхакунды, у них правильный разум, да, все хорошо. А те, кто не принимает прибежище, значит у них какой-то что-то не так с разумом. Rupa Goswami put whole Srimad Bhagavatam in one verse. Rupa Goswami поместил весь Шримад Бхагаватам в один стих. What is Bhagavatam, right? Что такое Бхагаватам? There's Амбариш Мадж, Прахлад Мадж, Хануман, Гопис. All Srimad Bhagavatam in one verse. И он поместил весь этот Шримад Бхагаватам в один стих. And Rupa Goswami, her topmost confidential maidservant. И Рупа Госвами ее самая высшая сокровенная служанка. Rupa Manjari. Зовут его Рупа Манджари. Radhika have her own group. У Радики собственная группа. Her own servants. Свои собственные слуги. They don't even care too much about Krishna. Они даже не слишком-то беспокоятся о Кришне. They give their full attention for Radharani's service. Они уделяют полное свое внимание служению Радхарани. And by this Krishna so much satisfied, so much happy. И благодаря этому Кришна из-за этого Кришна очень доволен и счастлив. They decorate Radharani. Они украшают Радхарани. Put on her ornaments, dress. Они decoration. Одевают ее, украшают. When Krishna look at Radhika like that, he feels so much happiness, so much satisfaction. И когда Кришна смотрит на Радику, вот после этого, он очень удовлетворен и счастлив. So no service to Krishna gives Krishna more happiness than service to Radhika. Никакое служение Кришне не делает его таким счастливым, как служение Радике. Therefore, Bhaktivinoda Thakur says, Radhika dasi jadi hoy abhiman, sigra mile tabe gokulakam. If someone can feel even one drop, I am Radharani's servant, quickly they will attain Krishna. Бхактивинода Такур сказал, если кто-то хотя бы на капельку испытывает этого чувства «я слуга Радхарани», тогда очень быстро они достигают служения Кришне. So, Rupa, these are all the moods of Chaitanya Mahaprabhu. Это все настроение Чайтаньи Махапрабху. But Rupa Goswami wrote all these things. И поэтому Рупа Госвами описал все эти вещи. How we can attain that service? Rupa Goswami has written all his books. Как мы можем получить это служение? Рупа Госвами описал это во всех своих книгах. So, Ишода, who are you? Ишода, вы кто? Я последователь. I am follower of Rupa Goswami. Okay, don't forget. Хорошо, не забудьте об этом. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Also try to study Rupa Goswami's books. Все должны попытаться изучать книги Рупа Госвами. And the followers of Rupa Goswami. И последователи Рупа Госвами. Okay. Coming to Vrindavan this year? Приезжайте во Вриндаван в этом году. I will try. Приезжайте. Sell kidney. Продайте почку. Sell daughter. Продайте дочь. Come. И приезжайте. Singhradi Jayajay Mahadevata. Вопрос можно, да? He has a question. Okay. Да? Можно? Получается, Прахлада Махарадж, он на уровне Шантарасы находится. Может так быть? Прахлада Махарадж is in Шантараса. We can think like that. Definitely. Абсолютно точно так. А еще скажите, пожалуйста, вот Двараки, воплощение Радхарани, это Рукмини или Сати Абхама? In Dvaraka Radharani is manifestation who Rukmini or Сати Абхама? Сатьябама. Сатьябама. А у вас в книге я прочитал, почему там написано Рукмини. I read in your book, it said it's Рукмини. Какой? Чандравали это Рукмини. Чандравали это Рукмини. Да-да-да, я помню, что это Чандравали это Рукмини. Yes, а Радхарани это Сатьябама. А в книге у вас написано, что Рукмини. I remember like this, but in your book it said that Рукмини is Радхарани. Может, кто-то ошибся, это же перевод или ну, лекции. Да. Кто-то переперевод. Ну, просто я думаю, я в себе засомневался, чтобы выяснить. Я думаю, может, я ошибался. Скорее всего, перевод. Это «Дверь пути совершенства». Да, да. Радхе, 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 Радхе